как всегда, кто-то ищет отговорки, а кто-то занимается в местах, в любых местах. А посмотрите, какой у нас место. Нашли площадку и немного занимаемся. Ну и в конце тренировочки. Нет. Завершаю тренировку. Делаю легкий бег. Друзья, попробовал. Хотел сделать, как обычно делаю, кардио по утрам. Хотел сделать бокс вместо кардио. Не получается. Ой, сил не хватает. Кардио это кардио, бокс это бокс. Поэтому не совершайте ошибок перед тренировкой, там, железом, боксом. Ешьте что-нибудь. Обязательно. Сил нет. А перед кардио можно на голодный желудок с утра. Бегаем на любых площадках. Вот стоим сейчас от работы свободное время. О, бег, нашел площадку, бегаю. Звезды ночные зажгли фонари, и луна зашла, на нее посмотри. Она одна и никого со мной. Мы вместе одно, я хочу быть с тобой. Вы меня спрашиваете, как мы живем на работе? Ну, много человек спросило, и я хочу показать. Вот жилой вагон. Видите, люди едят, я мешаю им, и смотрят они телевизор тут. Лабуду. Лабуду? Да. Кто бухает, кто курит, а мы опять с Эриком в нашем любимом рабочем спортзале. Видите, какой у нас вид? Прелестный вид. Все. Шикарный. Руки, ноги есть.
Так что занимайся. Вот у меня есть друг, познакомились в интернете, Сергей Карнаухов. У него есть YouTube канал, называется «Не падай духом». Я ссылочку внизу размещу. Вот так человек так дает мотивацию очень хорошую. Посмотрите, зайдите на его канал, увидите. Вам понравится. Я думаю, может, кого-то замотивирует. Так что, Серега, привет! Из окна нашего зала. В нашем зале пополнение. Смотрите, профессиональный, практически профессиональный гантели. Миша нам подогнал. Спасибо ему за это. Да, да. И всем спасибо, кто будет еще подгонять такие классные штучки-дрючки. Дядя Юра, видите, как локти бережет? Весь у нас замотанный. Возраст, возраст! Нет, все теплее да теплее. Уже даже спит уже в носочках. Четко. Вес 57-58 килограмм. Давай, давай. Ничего. О, смотри. Смотри, смотри. Делай, 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 делай. О, точнее. Еще один. Меряй, меряй. Все ставлю потихоньку, все равно. О! Подальше, подальше, Юр. Ну, меня вижу. Надо я подальше. Понимаю. Все. Подальше. О. Что? Не прямой вот отсюда.
А с компасом бам отсюда, чтобы у тебя шло-то. Во! Давай. Вот так. Нас маленько выворачивай, да? Во, во, во. Ты же... А, ты левша. Два. Два. Корпус. Точнее. Корпус. Корпус. О. Да? Кто там что говорит, что тяжело на работе, там или еще что-то. Ну что, сегодня тоже градусов, наверное, ну не 30, но по 30. А у нас в вагоне кондиционера нету. У нас нет, у нас наоборот плюс кондиционер. Вот. У нас, как у всех спортсменов, на высокогорье. Да, вон видишь, Юра говорит, что... стараемся работать, как на высокогорье. Да. Чем жарче, чем нам... труднее, тем нам лучше. Во-во. Тем мы сдохли, тем более я. Юра, если у нас частенько как бы это, еще колотит, я что-то обленился. Но сдох. Но сдох. Но общими усилиями мы это исправим. Да, да, да. Вы видите, как общими усилиями с помощью него. Мы это все исправим. Да. И будет у нас все хорошо. Да. Железнодорожный спецназ, блин. О, а завтра на работу опять идти на тяжелую. Вот и так вот, с работы на тренировку, с тренировкой на работу. Да, покупались
Это отлично, вот такие рабочие будни. Смотрите какой. Добрый, да? Вот иди, 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 что ты? Не будани. Не буди, не буди. Не буди во мне зверя. Ну вот и все. Хорошего помаленьку. Покупались, потренировались. Все. Идем дальше в свой родимый дом. Рабочий вагон. Ой, хорошо. Прекрасно. Вот такие бы почаще трудовые будни были бы. Было бы вообще отлично. Вот смотрите, какая природа. Вот кто-то, вот у кого-то дача здесь прекрасна просто. Ладно, все. Так, еще машины разъездили. С вами был спортивный дед. Все. Всем счастливо. Всем пока. Ах да, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пока.